Даже неосторожное слово может стать причиной детского суицида. Круглый стол с таким названием состоялся на днях на Брянщине в епархиальном молодежном центре Преображения в селе Хотылево. Участники мероприятия обсудили причины появления суицидальных наклонностей у детей, поделились своими профессиональным и личным опытом, рассказали о программах для детей и подростков, реализуемых в области. Инициатором проведения мероприятия выступил благотворительный епархиальный фонд «Святыни земли Брянской». Тема круглого стола вызвала живое обсуждение, ведь общероссийская статистика свидетельствует о тенденции роста детского и подросткового суицида и также об омоложении людей, склонных к самоубийству. Причины, которые побуждали подростков к суициду, они как были раньше, они такие же и сейчас, и такие же будут. Как бы мы ни боролись. Ну какие, давайте вместе рассуждаем. Неразделенная любовь. Согласны? Согласны. Конфликт с родителями. Согласны? Да. Не сдавший неудачно сданный экзамен или не поступление в вуз, когда тебе рассчитывали, да? Это. Так, ну, если сейчас может появилось, сейчас, ну, я думаю, раньше было такие учения, организации, которые призывали своих. В завершении встречи участники круглого стола пришли к выводу о необходимости более тесного сотрудничества между Брянской епархией, государственными, силовыми и общественными ведомствами в целях решения назревшей социальной проблемы.